Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я от всей души приветствую вас на конференции «Вебмастерская», также приветствую наших зрителей в онлайне. Меня зовут Екатерина Гладких, и я с огромным удовольствием сегодня представляю вам результаты конкурса «Естественная ссылка 2015». Итак, конкурс проходил несколько месяцев. Немного статистики о том, что же мы получили. Значит, мы получили 6193 ссылки, и 3 ссылки отправила на конкурс я, чтобы проверить функциональность нашего сайта. Мои ссылки в конкурсе не участвовали. Около 2000 веб-мастеров в целом приняли участие в конкурсе, около 3000 сайтов-участников, более 3000 сайтов-источников было указано, и 19 аналитиков Яндекса принимали участие в решение, какая же ссылка победит в этом конкурсе. Давайте перейдем к тому, кто же становится лауреатом конкурса «Естественная ссылка 2015». Так, ну теперь интрига раскрыта. В номинации «Естественная SEO-ссылка» мы отметили ссылку на сайт Игоря Бакалова вот с таким вот анкором. Всевозможные профессиональные дискуссии — это тоже хороший повод сослаться на коллегу, как здесь произошло. Также были ссылки такого рода из списков литературы, то есть это какие-то профессиональные перелинковки на материалы, которые могут быть полезны пользователю также по этой теме. Я сказала, что мы не будем говорить о плохом, о SEO-ссылках и так далее. И действительно, давайте не будем. Вот у нас есть вот такой график о том, как изменилась доля SEO-ссылок с момента, как начал работать Минусинск. Но раз мы говорим о естественных ссылках, давайте его перевернем и посмотрим, как изменилась доля естественных ссылок за это время. Доля естественных ссылок, ребята, в интернете растет. И это хорошо. Спасибо вам, спасибо участникам конкурса за то, что поддержали нашу инициативу.